Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Crazy King. Так, соберем, наверное, кристаллы, где только можно и нельзя. Так, и мы с тобой остановились вот здесь, на этой самой миссии. Храбрые солдаты пали здесь в войне против Мерфолка. Их кости достались прибою. Затем пришел король нежити, и их кости снова идут по этим пескам. Ты понял? Приколюху какую. То есть мертвецы. Опять мертвецы, ребята. Кстати, да, у нас же с тобой новый персонаж, лучница. Ну что ж, для нее, я думаю, мы откроем ячейку. Ну что, ячейка открыта, и я сразу же сюда переношу эту самую лучницу. Ну, в принципе, наверное, можно идти в бой. Как по мне. Так, дорожка у нас одна всего лишь. Ну, тем лучше для нас. Так, вот так выглядит лучница. Слушай, у нас тут персонажей уже целая куча. Ну, раз здесь будет нежить, значит, естественно, нам нужно выставлять жриц плюс электрик, пускай будет. И, наверное, мы возьмем с тобой и поставим сюда шамана. В бой. Ну, ты сам понимаешь, кто такие скелеты для нас? Да никто. Они даже не дойдут, наверное. Пока все идет хорошо. Давай. Вжариваем их. Так, пошла атака. Единственное, что лучница, она не очень эффективна против скелетов. Так же, как и башня лучников, насколько мы помним, да? Ладно, давай прокачивать потихонечку. Что-то я не помню. По-моему, такое ощущение, что как будто ночь наступает. Все что-то как-то темно стало. Давай следующую волну призывать. Так, это типа генерал, да, с двумя подданными там идет. Ну, для нас это ерунда. Так, лучники опять же. Опять же достаются нашему бойцу. Так, тогда сделаем еще. Ё-моё, нифига там заваруха, эй! Заваруха не кислая, я тебе скажу так. Одного бойца забомбили все-таки. Так, я его резаю. Мне он нужен здесь. Так, не, ведь не пройдете же. Вот так, я же сказал, не пройдете. Ну, шваркнули. Так, подожди, нас трое, а где еще-то один? Я не вижу. А, нифига, он спрятался. Молодец. Ух ты, смотри какой. Слушай, какой он тугой-то на разбор, а? Молнии ему, конечно, хорошо дают. И он бомбит очень даже солидно. Так. Ну тут наши, конечно же, подоспели с разбором. Эй! А ну-ка завязывайте давайте. Надо еще сюда одну башню поставить. Так, срочно оживляем. Тут они что творят? Они ломанулись, ребята, они ломанулись. Но все-таки мы их тут перехватили и победили. Так, жрецов надо прокачать получше. Так, следующая волна, ребят, идет. Так, ну если с этими мы уже справляемся легко, то вот с остальными, к сожалению, все намного хуже. Все, я больше никаких башен поставить не могу, к сожалению. Резаем. Так, шаман, ты что у нас там можешь еще делать? Удерживание, да, на 10 секунд. Прокачиваем удерживание. А сколько вон? Там еще будет последняя, пятая, да? Вот так вот мы сделаем. То есть у меня тут всех уже запинали, я смотрю, да? Никого не осталось в живых. Быстрее на перехват.
Бежим, бежим, бежим. Отлично. Ну что же, получается, что последняя пятая волна. Много лучников идет на нас. А вот дойдут ли они? Этот вопрос интересный. Так, подожди, вот эту башню я прокачаю. Ёк-макар, ты посмотри, что там творится. Ты посмотри, что там творится. Какая орда идет на нас. Да они просто сметают все на своем пути, прикинь. Быстрее, быстрее, быстрее на перехват. Да ну, да тут нереально, ребят. Ты посмотри. Да. Вообще ужас. Просто не помогло. Неужели мы... Вообще никак. Вообще никак мы им тут не помешали, прикинь. Это, конечно, трындец. Прошли с горем пополам, но не на 3 звездочки, к сожалению. На 2. Всего лишь на 2. Так, ну ладно. Если бы у нас были прокачаны, бы бойцы более-менее, возможно, мы бы их здесь не пропустили. Так, что у нас тут? Давай, наверное, глянем. Ну что, запускаем спин. Окей. Получается, что все, да, пока. Так, сундук дня. Ну и что же нам тут выпадет? Давайте переворачивайте. Растусовали. Броня. Нам выпадает бронька. Так, дальше что у нас тут? Смотреть награды, играть. Железная лига, великий турнир. А, великий турнирный Колизей. Сыграйте в этом турнире, чтобы вступить в группу. Возглавьте группу, чтобы получить замечательные награды и подниматься. Ну, дай-ка глянем, что это такое. Что-то я не помню никакой лиги. Тут 25 звездочек. Сколько? А, у меня всего 75, верно, верно. Ну что, поехали. Ох, ё-моё. Смотри, там люди сидят, такие смотрят. Хе-хей. Я не знаю, кто здесь будут противники. Сейчас мы с тобой все это дело увидим. Так, замедляшка. Ну что, выпускаем кракена. Это кто такие? А, это даже не друи... Ой, не минотавры, это не скелет, это люди, воины. Это самый обычный воин. Ну как самый обычный воин? Все здесь. Так. А давайте-ка мы их перехватываем в конце концов. Наказываем, наказываем. По всей строгости. Так, надо здесь внизу прикрывать. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Неужели пройдет, а? Да я не успеваю ничего сделать здесь. А, то есть ты одного пропускаешь и все, и... Зашибись. Ну, изначально, нафиг я поставил этих... Так, давай-ка я еще разок сыграю. Жрицы здесь нафиг не нужны. Вот что я тебе скажу. И героев столько тоже, мне кажется, здесь нет. Хотя, подожди, герои. Вот это уберем, вот это вот поставим. Жрицы не нужны. Наверное, бомбардир, скорее всего, здесь больше нам понадобится. Попробуем. Бомбардир, бомбардир. Стрелок, я даже не знаю, нужен ли он тут массовый, этот стрелок. Изначально всех нужно ловить вот здесь, на самом начале. Вот как мне кажется. Плюс, естественно, замедляшка.
Я говорю, замедляшка. Че, попробуем сейчас. Давай глянем, что у нас из этого получится. Так, сразу прокачиваем гранату зажигательную. Так, один куда-то рванул, побежал все-таки. От лучника ты далеко не уйдешь. Так, здесь тоже зажигательную установим. Так, шаман, замедляй. Давай сюда, наверх. Отлично. Так, еще один шаман готов. Не знаю, правильно делал наверх или неправильно, но пускай там стоит. Так, лучник, быстрее на перехват. Эх, нам нельзя, 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 нельзя пропускать. Да уж. Ну как тут можно, ребят, ну, справиться с ними? Ну как? Это, конечно, люто. Я переместился всего лишь на 10-ю позицию. Да. Слишком люто. Слишком. Так. Аванпост осажден бронированным легионом. Защищайте аванпост каждый день, получайте отличные награды. Давай посмотрим, что тут, блин, за аванпост. Аванпост. Так, разведать. Здесь люди, просто люди. Что-то мне подсказывает, что шаман здесь не особо нужен. Лучше взять вот эту вот пушку, наверное, артиллерию. Да? Ну что, поехали в бой. Ох ты. Откуда они пойдут? Оттуда, да? Ну ладно. Так, мы сюда с тобой поставим, наверное, вот так. Здесь вот этих вот бомбардиров. Пускай у нас тут будут два. Вот таким вот образом. Проверим. Как-то у нас примерно будет выглядеть. Так, слушай, они снизу пошли, да, снизу-то хоть кто-нибудь там есть на прикрытии? Ну, есть, поджарил, отлично, красавчик. А следующую волну. Так, эти подрывники что-то вообще себя очень плохо ведут. Ну куда, куда, куда? А где это-то? Давай, жжучь его. Нормуль. Так, следующую волну вызываем. Пока все идет как надо. Пройдет ведь? Не должен пройти, да, по идее? Лишь не пройдет. Мы не дадим пройти им. Мы постараемся их тут задержать. О, как мы их поджарили там хорошо. До хрустящей курочки, пускай горят. Так, еще одна волна будет впереди. Вызываем. Много. Что-то их вот как-то многовато. Собирается армейка. Так. Стрелок. Стрелка можно, наверное, вот сюда поставить.
Фи. Легче простого. Хотя, подожди. Еще не закончилось. Эй! Вот и фиг. Не прошел ведь? Нет, ребят, не прошел. Его стрелок успел застрелить в спину. Ну что, карта нам достается, да? Всего лишь одна. Так, следующий будет через 20 часов 17 минут. Так, ну что, у нас новое. Согласно местной легенде, властитель упырей Гравийный Хребет ограбил эти могилы, чтобы пополнить свою орду зомби. Если это так, то он пропустил несколько могил. Что за намеки такие? Что значит пропустил несколько могил? Ну что, ячейку мы открыли. И поставим сюда, наверное, против нежити. Против нежити будем. Наверное, вот так вот. Вот этих вот бомбардирчиков я уберу, пожалуй. Они мне что-то как-то не особо понравились. Нормально? Думаю, годится. Ух ты. Они будут сверху идти. Они будут идти все сверху. Так, лучницу сюда тоже поставим. Блин, лучница против скелетов, но это вообще не айс на самом-то деле. Совсем не айс. Стрелок. Ну что, посмотрим, как тут все это будет выглядеть. Мыши, крысы. Сфига ли крысы-то здесь побежали? Ну ладно, крысы-то крысы. Что я могу сделать? Так, лагать не надо, пожалуйста, а? Так, тут и крысы, и скелеты, да? И 6 волн по итогу будет. Окей. Все, с первой волной справились. Давай вторую вызывать. Прокачиваем нашего жреца. Как скелеты идут. 40 здоровья нам дали. Не очень-то, конечно, мощно шаман наносишь урона. Но замедляешь, да. Тут не поспоришь. Замедление есть. Так, зомби из кустов вылезли. Вылезли гаденыши из кустов, да? Так, что можно нам сделать? Давай сюда, наверное, поставим. На всякий случай. Слушай, ну смотри, замедление очень долго действует. В принципе, ребята, это даже круто. Это даже круто, что они идут замедленно и очень долго. Наши бойцы рванули в бой. Так, это свистуны пришли, да? Которые сейчас будут крысы призывать. Угу. Так, а там шаман вылез. Наверху. Хорош уже свистеть-то, свиристели свои там, а? Достал уже. Да ты заколебал, ну серьезно тебе говорю. Ого! Ого! Вот это мне не нравится, что тут происходит. Давай, бомбочки, бомбочки. Так, а где у меня? У меня все бойцы умерли. Чё себе. Вот это фокусы. Давай, давай, давай. Есть. Так, не прошел там никто у нас. Отлично. Так, лучник, беги быстрее наверх. Так, тут надо нам что сделать? Прокачиваться. Вон опять они. Почему они такие ускоренные? Объясни-ка мне на милость. А
Они все бегут пока по одной из дорожек. Именно вот по нижней. Нравится она им, видите ли. Так, а это еще кто такой у нас? Крепче обычного зомби, но воняет не хуже. Гравийный хребет пожиратель миров возглавил свои орды зомби в походе против могучего королевства энтузиазм. Хоть он уже побежден, остатки в армии еще идут к месту сражения. То есть это у нас получается... Вот этот вот, вонючка, да? Упырёныш. Упырёныш. Вон они вылезли. Ну. Так, они еще и отравляют наших. Отравляют. Фигово. Я не понимаю, почему лучница не стреляет, а? Она должна чуть ли не самая первая там бомбить по ним. Так, опять этот свиристель вышел. Сейчас начнет призывать крыс. И там тоже вышел. Да, ты посмотри, упыри-то. Упыри крепкие, ребята, очень. Так, этого надо рисануть. Ты куда побежал-то, парень? Тебя сюда не звали, бежи тут. Так, тут надо бросать бомбы. Бомбы, причем очень много бомб. Ну что там за лаги начинаются? Так, вроде бы пока все норм. Да? Пока. Сейчас посмотрим. Так, этот поджог там хорошо толкучку прижучил. Куда ему же стрелка еще вот? Есть место у нас для стрелка? Есть. То есть они горят тут вообще чудесным образом. Идеально. Так, вот здесь тоже с тобой так вот сделаем. Не-не-не, не пройдут. Не должны ребята пройти. Я понимаю, что это последняя волна, но никакого права им на проход не дадим. Опять там этот свистун заливает где-то. Ох, ё, ты посмотри, сколько зомбарей выходит. Это нехорошо. Так, подожди, подожди. Вот здесь, наверное, нам надо вот так делать. Крысы, вы заколебали, а? Правильно. Их там надо всех сжечь. Да господи, ну ты посмотри. Справимся, как думаешь? Ну с крысами, в принципе, легко справляемся. Вот зомби-упыри, это будет посложнее. Еще при этом они травят нас. Так, лучник, зачем ты вот встреваешь вот с ними вот в ближний бой? Ты же дальник. Стой издалека и бомби по ним. Нет, вот лезет на рожон. Так, ну пока неплохо, ребята. Пока неплохо все получается. Вроде держим все под контролем. Так, этого что надо прокачать, потому что к нему продвигаются уже здесь поближе. Там и молнии, и замедляшка, и бомбы. И
поджог. Правильно, зомби боятся огня. Так и должно быть. Угу. Так, этот электрический у нас там жарит, будь здоров. Слушай, ну прошли. Прошли, ребята. Ни один зомбарик не прошел. Опа, это что за новая карта такая у нас? Какая-то заморозка, судя по всему, выпадает нам. Доступно улучшение карты. Какое доступно улучшение карты? Можно посмотреть башню. Завершить, собрать. Так, еще разочек. Собрать. Угу. Башня третья. Ух ты, мы можем дальше прокачивать. Башня четвертого уровня. Плюс меч. Давай заберем меч. До третьего уровня прокачается, да? Сюда, сюда. Собрать. Ну и удар метеоритный. Не хватает, к сожалению. Так, где у меня герой? Что у тебя там в руке? Меча нету, вообще меча нету. Вот теперь есть. Так, меч, амулет, щит. Все вроде бы пока хорошо. Так, друзья, у нас открылась новая где-то тут. Вот, новая. Лес вечерний, густой и коварный. Целые армии могут пройти бок о бок по этим тропам и не заметить друг друга. Говорят, что деревья нападают на одиноких путников. Призраки, которые бродят потом под темными ветвями. Ого. Так, ну что, нам нужно разведку сделать, во-первых. И здесь нежить. Подожди, тут и нежить, и минотавры еще будут. О, так. Дело дрянь. Так, ну что, ячейку я себе освободил. Значит так, лучница. Угу. Шаман. Возьмем четвертого уровня бомбардира. Там, значит, люди и минотавры, да? И зомби. И зомби. Ну что, вроде бы... вроде бы норм, да? Поехали. Так, три дорожки у нас здесь. Твою налево, три дорожки. Стрелок пускай, наверное, здесь стоит. Как тут лучше сделать-то? Знать бы еще, откуда они пойдут, с какой стороны. А ведь наугад придется все действовать. Нежить пошла. По центральной дорожке у нас побежала нежить. Сейчас посмотрим, насколько хорошо и быстро мы с ними справимся. Так, один он там вряд ли, блин, потянет. А мы не можем помочь ему никак, ребята. Твою дивизию. Надежда все на стрелка. Да беги ты там. Понятно все, короче. Сопляжу и промазал, а. Упустил одного. Эй, не надо нам вот этих вот песен своих. Давай, давай, бомби его. Свистопляса этого. Так вот сделаем. Че, опять что ли пройдут? Ну давай, 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 добивай, отлично, молодец, красавица. Так, следующие пошли. Следующая волна. Две нижние будут. Так, а тут уже минотавры. Угу. Ох, там еще призраки, смотри. Да блин.
Как с ними тут... А? Вся надежда на жрецов. Да, призраки, смотрим, ребята, кто это такие. Их хобби — скитание по дому, полеты над полом и прятание под детскими кроватями. Это призрачное видение крайне устойчиво к физическим атакам. Я очень, блин, рад этому. Прям вот нет слов, как рад. Ну что, вызываем следующий. Призраки наверху. Фигля, у нас там... Фигня, им пофиг на физическую, на физический урон. Тут только маги могут нам помочь. А магов у нас мало. Да, там прошли. А кто знал-то? Смотри, что происходит, а? Эх, сколько у нас уже прошло? Три воина у нас пробежало через наши, как говорится, посты. Опять же, я тебе повторю, если бы у нас были прокачанные башни, бы просто в топчик, то вообще было бы идеально. Так у нас... Вот жрецы, короче, очень хорошо этих привидений убивают. Очень хорошо. Ну, они не справляются. Да. И на физический урон им по барабану. То есть здесь все-таки, как ни крути, лучше ставить больше жрецов. Так, это что еще за... Больше жрецов нам надо ставить, да, получается? И... Ну, меньше всяких, я так понимаю, призраков. Сейчас же ушатают же. Так, наверху этот стоит там. Зелебоба улыбается. Ну, естественно, надо обязательно начать лагать в самый подходящий момент. А почему бы и нет? Мы же любим, когда у нас лагает все. Когда вампиры всякие тут бегают наверху. Да, но не на 3 звездочки. Только лишь на 2, к сожалению. Люто, очень люто. Так, максимум билетов арены. Что за максимум билетов арены, я не понял. Арена нежити. Так, у нас две новые локации, ребята, здесь. Архимаг Иблис был убит у подножия этого дерева, а вырвавшаяся из его тела ужасная энергия навсегда оставила шрамы на пустоши. А в этой земле больше нет потоков магии. Мы не можем использовать заклинания. Охренеть, больше мы не можем использовать заклинания. Вы что, издеваетесь надо мной, что ли, а? Так, ячеечка есть. А, кстати, вот это что у нас такое? Мороз. Моментально заморозит врагов в огромный кусок льда. Но этим я не могу пользоваться. Вообще заклинаниями не можем пользоваться. Почему-то сказали так. Ладно. Так, как они тут пойдут-то у нас? Через верх. Странно как-то. Через верх. Угу, ну допустим. Сделаем так. Сделаем так. Вот так вот. Мне кажется, внизу все-таки все равно пойдут противники. Такого просто быть не может, чтобы они здесь не шли. Так, минотавры. Что-то много как-то минотавров-то пошло. Сколько волн? 8 волн. Да, значит? Так, ладно. Пошла прокачка первая. Да будешь бросать бомбу-то, ё-моё, в конце концов. Стрелок-то не кисло так бомбит далеко.
Мне это нравится, что он далеко бомбит. Но пока с первой волной справились. Давай вызвать вторую. Вторая снизу пошла, да? И это у нас нежить. Давай-ка мы встанем лучше вот сюда, вот напротив электрической башни, чтобы она нам помогала. Плюс здесь бы не помешала бы замедляшка, чтобы они были намного медленнее. Так, стоп. Мы здесь не можем себе позволить, чтобы эти ухшлепки здесь прошли. Да не пойдут. Они идут. А, они идут наверх. Хорошо. Пускай они не идут наверх. Так. Да разберись ты уже с ними. Стоишь там, смотришь на них, любуешься. Все? Все. Следующая волна. Где нам пойдет она? Так, снизу. Куда она пойдет? О, маршрут, маршрут у нее. Понятно. Да я просто... Молодец, хорошо ты побежал помогать. Давай, бомби, бомби по ним этими. Так, все живы пока еще, слава богу, да, все? Заклинатель. Сюда поставим его. Так, стрелок, ты же вроде... Ага, вот сейчас он здесь, вот внизу начнет их потихонечку кромсать. Угу. Следующую волну вызывать тогда начнем уже. Так, замедляем. А наверху кто? Лучники, минотавры? Ты гляди, а! Жуки навозные что творят? Все пока живы? Пока все вроде бы живы. Сейчас одного, наверное. Слушай, а что это? Не-не-не-не-не-не-не. Так не надо быстро бежать. Срочно, срочно башню надо. Электрическую. Минотавра вон того держите, отлично. Молодцы, красавчики, справились. Справились. Так, мы сделаем сюда бомбардира, поставим, пускай он бомбит здесь. Лучше вообще вот сюда поставить, пускай она стоит и стреляет по ним, да и все. Правда, против скелетов, ну это как-то вообще не айс. Вообще не айс. Угу. Сейчас стрелки начнут бомбить. Давай, 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 родные мои. Ага, тут гора трупов. Гора просто трупаков. Ну, ты видишь, что никто тут пройти пока не может. Но здесь у нас сколько будет? 8 волн, да? Мы только на 5 с тобой зависли. Опа! Так, ребят, на, все. Мы его уничтожили. Там был просто крупный минотавр шел. Секундочку. Скелета-то этого нужно валить.
отлично. Плохо, что внизу скелетоны шпарят. Кто там бомбит? Понятно. Шаман фигов. Кристаллов у меня больше не осталось. Я не смогу оживить. Так, куда бы мне поставить? Сюда, может быть? Так, стрелка. Здесь тоже сделаем прокачку. Напалм пускай качает. Точнее, пускай бомбит. Так, а где у меня лучница? Вон она. Ее надо срочно сюда приводить. Стреляй по этим скелетам. Фигня какая-то происходит. Давай, давай, давай этого скелета уничтожите, пожалуйста, мне. Стрелки. Красавчики. Ушатали все-таки стрелки. Так, смотрим дальше. А это еще кто такой? Древние могущественные трупы атакуют мощными заклинаниями и ловкостью костей рук. Многие люди думают, что быть мертвецами скучно, но большинство просто не умирало. Нет ничего круче, чем быть могущественным бессмертным колдуном, тем более, что можно оставить бороду. Бароникус – ужасный труп. Какой-то некромант, что ли? Некромант, ребят. Судя по всему. Как же меня бесит, когда они вот так вот просто сметают. Они просто идут и сметают все на своем пути. Так, этого сейчас расстреляет, надеюсь, мои стрелки-то. Люто. А что я могу еще сказать? На самом деле очень жестко. Горят ползунки, так ему надо. Так, стоп. Вот здесь скелетов дофигища. Ой, дофигища, ребята, скелетов идет. И они пройдут. И они пройдут. И они пройдут, ё-моё. Но мы пытались. Именно скелеты, гаденыши, а? Именно на них мы... Чё, а где мои башни? Объясните мне, пожалуйста. Почему я не могу больше башен строить? Просто смели все. Все, ребята, фейл. Сфейлил миссию. Да, уровень слишком трудный. Да вы вообще, вы хоть видели, что вы тут вытворяете? Как я здесь должен был выигрывать, извини меня? Такая орда на меня бежит. Еще и рейтинг упал мой, зашибись. Великолепно. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда мы, наверное, с вами на этом закончим серию. Обязательно увидимся в следующей и продолжим. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.